Так, друзья, ну что у нас, запищал пейджер. Выезжаем, короче. Я уже здесь второй раз на фильме на этой. Так, все, погнали. Рампа сотая. Сейчас отметим попутно. Какой, ребята, узко стали. Поджали меня. Отметим лоб-трекер. Начало погрузки. И поехали. Там будет у нас вроде как грузчик казах, ну, если его смена. Поздороваемся с ним. Видите, как коробка прыгает? На пустом. Кстати, ДАФ первая машина. Поверните налево. Я вот ездил на Мерседесе на Актусе и на Мане. И вот на ДАФе был один раз, когда я под гору заглох. Реально. Он начал переключаться, я даже не мог подумать, что он заглохнет. А он начал щелкать передачу, что-то раз-раз и заглох. Я аж удивился. Вон туда через дорогу сейчас. Так. Надо было по-хорошему уголки выложить. Ну ладно, ничего страшного. Бывает. Короче, тут тема такая. Вот этот профиль, что лежит, там есть длинный такой. И должны быть противоскользяшки. 1,20 м там специальная.
И только такие идут. Если у тебя, получается, их нету, тогда в таком случае они отправляют в магазин. Он находится чуть-чуть ниже. Подсказывает все там, без проблем. Там оплата только налом, и только. Стоит это 83, по-моему, евро. Вот так вот. И вот они очень часто, даже в Google Maps написано про это. Просто с пацаном разговаривал, он говорит, ну, сейчас у коллеги, говорит, забрал с одной фирмы, а так бы, говорит, тоже надо было бы. Наша рампа сейчас вот будет слева тут, мы сейчас подъедем, ворота откроются, и мы заедем. Ну, как машина освободится там, она, наверное, кстати, освободилась. Так, ребят, ну что, мы загрузились. Как резко может человека смениться настроение. Это я про себя сейчас. Знаете, сколько живу? Все используют новомодное слово контент, да? Вот сколько живу. Ну, для меня жизнь — это контент. Постоянно что-то новенькое узнаешь, да? Ну, для всех, наверное, жизнь — контент. И я ехал с такой довольной мимикой, зная, что здесь русский грузчик. И то, что немножко пошло в ходе погрузки, я не очень понял. В общем, увидел грузчика этого. Не тот, который темный меня парковал, а второй. Ну и как бы этот. Ну, поздоровался, говорю, здравствуйте, с улыбочкой. А он промолчал. Ну, как бы я такой, типа, ну, хер его знает. Ну, может, знаете, вроде как, ну, может, кивнул, я не заметил. Ну, короче. Потом он грузит, молчит, ничего, короче, ну, никаких, то есть, позывов на разговор или еще что-то. Ну, видишь, что я русский, как бы. Вот. Потом грузит такую большую стопку, и в прошлый раз он мне дал ремни накинуть, уголки поставить, а потом я задвинул. Этот раз, короче, приехал, ну, грузит, то есть вообще без всяких каких-либо разговоров. Этот раз приехал, короче, и засунул ее туда, к правой стороне. Ремни зажал. Ну, ладно, я промолчал, думаю, ну что сделать. Жизнь такая штука, я привык. Значит, будет двусторонняя расшторка. Вот. И, короче. Ребята, ну что вы тут разбираетесь, не разбираетесь? Происходит вообще. И, короче, потом он, ну, я такой уже, знаете, ну, думаю, ну, скажу как есть, думаю про себя, пидорас, ну, что-то не мог подождать буквально 2 минуты. Я же устал цензурить, надо называть своими именами просто. Ну, видит все равно, что ничего от этого не изменится. Надо, чтобы я лазил там эти ремни, ну,
Подожди 2 минуты. Ну ладно, короче, хер с ним. Это не в том дело. Короче, и он, когда уже подходит момент, все-таки надо у меня что-то было спросить, там он спросил такое что-то. И он, представляете, подходит ко мне на немецком, начинает разговаривать. Ну я охерел, я просто охерел. Что это, ну для чего это, что это? Так, ну что, друзья, первую сделали выгрузку. Сейчас еще нахожусь на территории. По поводу этого человека, который меня грузил, так он еще и загрузил так похабно. С одной загрузки полет на другую. Ну, не очень приятно, не очень понятно. А если бы человек сейчас просто сказал, я не хочу эту трогать палету, это не наша, и так не делается. Через 200 метров поверните налево и сразу поверните налево. Хорошо, что его не задрал, не прошел. Он тютик как тютик. Поналожили, вот я про что я говорю. Поналожили, знают, что ездят фуры, разгружаются, загружаются, там какие-то действия производят. И надо вот специально под нос. Зацепит же ваш груз. Где-то увидите, где-то не увидите. Не понимаю. Наоборот, люди некоторые освобождают дорогу для нас. Коллега. Нет, длина вроде едет. У меня получается сейчас весь вес. Весь вес получается у меня на этом, на жопе. Там вес такой, правда. Все равно. Воспользуйтесь вторым выездом. Куда ты поедешь, братан? Воротник еще показал, что туда пойдешь. Что-то ворчливый сегодня какой-то. Через 200 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь вторым выездом. Ворчу. Так, нормально, быстро выгрузили. Счет цемерочки быстро. Фирма небольшая. Ну а вторая, это Санклер. Я походу в прошлый раз был Санклер. Там тоже как бы быстро выгружают. Ну тут нормально. Там. Бывает. У меня в заказе было отмечено, что у меня на 7 фикс. Я не знаю, честно говоря, правда, неправда это. Поэтому я подсчитал вчера время. Еще пока рабочий день был, я написал, что ребята, я не успеваю, у меня не хватает времени на 7 утра. Я говорю, на 8, и то, если без пробок. Ну, короче, я приехал 7:25, наверное, где-то там. Ну, как бы, чуть-чуть торопился. Ну, не как обычно ехал, чуть-чуть подкидывал там. Сейчас 24 километра до следующего. Так, друзья, ну что, подъезжаем ко второй выгрузке. Там немножко у нас пробка была. Подергались. Хочу сказать, вот у меня на жопе, блин, по-моему, 9 тонн. Получается, 9,6400 я выгрузил. Да, 9 тонн. И чисто на жопе. И вот ретарду я на повороте так чик, легонечко. И он так раз, уже типа как складывать. Я хоп, назад. Ну, надо чувствовать эти моменты. И видите, толкает прицеп. Оно седло немножко это
приподнимает. Я хотел опустить ленивца, чтобы он немножко пригрузился. А там было узко, и поэтому я думаю, ладно. Надо еще аккуратно тоже тормозить, резко нельзя, там уже, кажется, пластик этот лежит, непонятно там. В стенку не упертый, получился типа сзади и впереди. Я уже думаю, 20 километров, не буду уже связывать их продольного смещения. Блин, аж бьет седло. Тут с вами были. На 5 часов остается. Это представляете? Ложишься в 10, ну в 11, все равно пока ляжешь, еще там с телефоном, с каким-то клацаешь. А что тут? Что-то ведет смешно как-то. Stay. It's kind of smooth how she stop and pray. I walk away. Don't blame me if you see me.